Такой лук подойдет к шашлыку, к соленой селедочке и к пельменям. Нарезаем лук кольцами. Ошпариваем его кипятком, чтобы убрать горечь. Свеклу нарезаем на мелкие кусочки. Нарезанный лук раскладываем в две чистые банки. В третью банку лук и свеклу укладываем слоями. Делаем маринад для розового и желтого лука. Смешиваем воду, уксус, соль, сахар, растительное масло. Точные пропорции размещу под этим видео. Половину маринада заливаем в лук со свеклой. В оставшуюся половину добавляем куркуму и заливаем в банку с луком. В маринад для белого лука можно добавить укроп. Баночки закрываем, встряхиваем и убираем на пару часов в холодильник. Через 2 часа лук готов. Вот такая красота получается. Этот замечательный разноцветный маринованный лук обязательно украсит ваш стол.